Один ключевой вопрос, который сегодня волнует, наверное, всю Европу, это вопрос изоляционизма в США. Ты это мельком так сказал и говоришь, что, ну, думаешь, что это будет, скажем так, минимальная вероятность того, что это произойдет в случае победы Трампа, когда Штаты могут свалиться там во внутренний кризис, там либо сконцентрироваться на своих проблемах, а в худшем случае там уйти из НАТО, чего многие опасаются в Европе сегодня. Хорошо, хорошо, Юра. Тогда хочу, смотри, просто здесь надо видеть пять ступеней, потому что то, что сегодня наблюдаем, это ситуация, в которой Соединенные Штаты являются сверхдержавой, которая в любой точке мира в состоянии победить любую войну. Согласен? Такая доктрина, она очень дорогая, и она втягивает Соединенные Штаты в любой конфликт. Поэтому Китай, да, пытается при помощи своих прокси создать контрдоктрину, которой будут сплескать конфликты таким образом, чтобы у Соединенных Штатов не хватило ресурсов, чтобы быть везде. Поэтому, если посмотрим, какие идут дискуссии и в какую сторону все это может пройти. Короче, Соединенные Штаты могут себе в той ситуации, в которой сейчас находимся, 70% ответственности за безопасность берут на себя Соединенные Штаты, 30% данная страна. Если смотрим на Европейский Союз, да, 30% максимум влияния Европейского Союза на уровень собственной безопасности. На самом деле, без Соединенных Штатов Европа беспомощна. Это показал конфликт на Балканах. Это просто беспомощность, умножена на беспомощность. Все ответственность Соединенных Штатов. Где бы ни тронуться, всегда так. Если более низкий уровень, если представим себе мир, в котором Соединенные Штаты скажут так, что 70% ответственности за вашу безопасность – это вы, а мы 30%, когда нужна эта помощь. Тогда смотри, во-первых, получается, что их затраты очень сильно уменьшаются, а растут затраты тех, которые должны заботиться за свою безопасность. Не получится, например, платить ниже 1% на безопасность и еще учить других, как жить и в мире, и так далее, как мы делали это в Европе. Дальше. Стратегически сила Соединенных Штатов растет, потому что достигает тех же целей, и стоит это намного ниже. Короче, то, что сегодня наблюдаем, это переформатирование Соединенных Штатов именно в таком направлении, чтобы страны, которые хотят, и регионы, которые хотят безопасности, вынуждены были вкладываться и уважать ту помощь и те гарантии, которые Соединенные Штаты уделяют. Это было бы, скажем, более низкий уровень такого прямого влияния. Но можем себе представить еще ниже. Это система, в которой Соединенные Штаты назовут ключевые точки, в которых будут, просто покажут, где их интересы, и скажут, что все остальное их не интересует. Но это будет более высокий уровень интервенционизма. Это 2 градуса ниже, чем сейчас. Но точно это даст возможность экономии Соединенным Штатам только на тех точках, которые им интересны, а все остальное пусть идет, как идет, не будут вмешиваться. Если бы представить себе еще более низкий, высокий уровень изоляционизма, это можем себе представить ситуацию, в которой Соединенные Штаты говорят, что вот они возвращаются к системе доктрины Джеймса Монро, в которой говорят, что вот Соединенные Штаты и Америка для американцев, а весь мир пусть делает, что хочет. И только на пятом уровне это абсолютный изоляционизм Соединенных Штатов. Короче, если расписать такую систему на 5 уровней, тогда то, что для нас могло бы быть опасно, это переход между первым, вторым не влияет, между вторым и третьим не влияет. Короче, если бы представить себе смену доктрины Соединенных Штатов
которая бы шла так далеко. Это года, длинные года. Сейчас находимся в системе, в которой Соединенные Штаты декларируют свою готовность быть везде, декларируют готовность в случае необходимости употребить ядерное оружие, и они вполне в этом успешны. Рисков стратегических на самом деле не вижу.